Доброго всем утра! Сегодня у нас воскресное утро. Итак, у нас сегодня совет дня, карта гроб. Конечно, увидев карту гроб, я насторожилась и решила все-таки уточнить, что это. Сделав дополнительные, вытащив карты, да, это у нас карта сад вышла и карта корабля. Ну так, давайте приготовились слушать. 3 года назад вы были лишены пути в профессии, но зато у вас отняли, да? Отнял этот человек, он за все это время получал уроки. И сейчас он, круто, он, она, да, будет наказан. Вы же добились, несмотря на то, что вас отняли, да, и вы пошли другим путем и не в своей профессии. Вы же добились другой профессии, да, в других жизненных аспектах хорошие навыки. Вы стали более умнее и даже разбираетесь теперь в людях. И теперь не смотрите и не смотрите на то, что вы знакомы, на то, что там связи, вас знают. Значит, все идет как надо. А наоборот, вы стали слишком недоверчивы. Здесь, конечно, вот очень прочувствовалось такой запах зависти. Зависть, она бывает разрушительна, бывает созидательна. Но в рамках вот этого, да, совета карт. Вспоминаем сначала, что у вас было 3 года назад. Вот видите, у меня прям корабль в ту сторону смотрит. Этот человек, попав в ваше поле, вот смотрите какой, да, он вдруг стал часто приглашаться на похороны. То есть, вот это было 3 года назад, да, вы сбились с пути. С этим человеком вы стали контактировать, общаться более в профессиональной сфере, да. И там проходит там месяц-два или какой-то вот период времени, он приглашается на одни похороны, кто-то у него там умер, или бывший сожитель, бывший близкий человек, или вдруг кто-то очень тяжело заболел из бывших близких, или близкий человек, вот так вот. Раз, потом опять там проходит короткое время, второй раз приглашали. То есть это вот такие вот звоночки были, но это все, что... То есть на этого человека могли не обратить за это время, да, но на него обратили внимание и стали чистить его ряды, считайте так. Вот вспомните, кто это. Суть в том, что он или она сбили вас с вашего пути. Давайте-ка у вас из-за того, что вы это прошли, все-таки уберем ваше недоверие, недоверчивость и закрытость. Я не могу вам всего объяснить вот сейчас, да, но в воскресенье у меня день особенный. Но в рамках совета на день вам этого более чем достаточно такой информации. Моя замечательная колода вот так раскрыла перед вами ваш путь. Итак, что вам нужно сделать? Резюмируем. Вам нужно перестать не доверять. У вас сейчас откроется ваш путь. То, что у вас забрали, ту возможность сейчас она перед вами откроется. Вернее, этот путь уже открылся. Вы вот-вот устроитесь на ту работу и в ту стезю вольетесь, где будете подниматься и подниматься. Ваш профессионализм превзойдет ожидания. Вы сами будете удивляться. У человека, сбившего вас, накопилось много того, чего ему не хочется видеть в своей жизни, но он вечно теперь прогибается, принимает это. А сейчас он еще и получит по полной катушке. То есть практически там просвета нету. Те, кто специально, да, вот человек заслуженно, ну не смотрят меня обычные люди, да, человек заслуженно шел, у вас были тогда непростые обстоятельства, и вы заслуженно заслужили то, что у вас было в руках.
и человек вдруг у вас отнял это, да, просто будем говорить на материальном уровне, да, то это очень будет и очень наказуемо. Помните, что у вас теперь есть опыт, ну а навыки придут. И вы можете восстановить сферы не только профессиональные, так и в личной жизни. Далее, сразу обращу ваше внимание, что у вас будет теперь удачный день, это вторник. Можете какие-то сложные дела решать именно во вторник, и у вас будет очень-очень даже получаться. Дальше, информация. Потому что вам надо, она будет сама к вам приходить, и вам будет облегчать ваш путь. Это делается для того, чтобы вы все то, что вы должны, да, уже быть, ну, 3 года, если прошло, да, а у вас уже должна быть должность выше, а у вас ее нету. Так вот, к вам будет приходить информация, ну, легко, и чтобы вы поднимались быстрее. Ну и что можно сказать? У кого-то эта работа такая, знаете, через компьютер идет, через какой-то, вот знаете, через телевизор, да, информация, что-то вот такое. Ну, а у кого-то даже, кто занимается магией, практикой, должны были быть уже навыки с миром ушедших. И они туда никогда не обращались. Так вот, сейчас оттуда тоже будет очень много открываться. Будете только успевать ловить эту информацию. Так что, может быть, вы даже замечали, что у вас число 13, оно никогда не плохое, да, как у многих. А наоборот, 13 числа какой-то особенный день, 13 числа вы можете встретить вдруг знакомых, которых давно не видели, но они о вас думают, да? Или 13 числа, наоборот, там у кого-то что-то плохо, а у вас хорошо. Так что готовьтесь к переменам в своей жизни, и вы теперь будете подниматься намного быстрее, чем думаете. Вот такая замечательная карта у нас сегодня. Всем хорошего настроения. Ну, в рамках совета сегодня будет спокойный день. Вы будете, не поедете никуда в общество, проведете одни, и, скорее всего, вы будете за компьютером. Так что, а что вы там будете делать, это ваше дело. Хорошего настроения. С любовью, ваша Каролина.